Marco. Всем привет, друзья, с вами Кэрри, добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем прохождение игры Контроль. Контроль, про Надюку, про все бюро это странное. Ну так, сяду. Короче, я в прошлый раз все-таки дотумкала, где искать Дилана. Это было так просто, нужно было сесть на лифт и спуститься ниже. Там же на лифте, когда ты садишься, все видно, куда тебе чего ехать. Нет, я бегала везде по знакам вопроса, думая, что что-то, что-то решится. Вот мы где, в центре содержания. Нам сейчас нужно через отдел логистики, там, по-моему, жопа битва прям начнется. Все туда, 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 короче, бежать. Чего нету у нас тут? Да, вот пошла прогрузка. Там, по-моему, жопа-жопочная начинается. Прям жестко. А где они? А где ты? А, вон и летающая херота. Как же вас убить, а? Так, немного есть. А, блин, вот этот бронированный. О, Надюха, беги. Беги, Надя, блин. Прям швыряем. Короче, расфигачили все бюро. На. Где еще? Хорош. Еще не все, музыка играет. Вижу. Давай, вставай. Хорош. Все. Нормально. Фух, нормально. Так, тут, по-моему, ничего нету. По-моему, я в прошлой серии в конце тут что-то сунулось. Мне дали пиздюлей. Никаких записок, по-моему, ничего нету. Сейчас еще раз пробежимся, глянем. Это ж ничего страшного. Это ничего страшного, если мы лишний раз пробежимся, разомнем Надюку у себя. Так, ну... Ну да, там, по-моему, нам сюда. Так, вот тут вот ящичек должен быть, чтобы вскрыть. Да. А, он уже вскрыт, и все. Все, тогда сгонять еще туда, что-то посмотреть. Я не помню, там было что-то или нет. Серьезно, не помню. Надо глянуть. Какие-то читульки, записульки, может, и были? Reminder,
А, это мы, кстати, слушаем. Поэтому я это читать, проговаривать не буду, потому что мы в прошлый раз это все слышали. Значит, мы напрямую бежим вон туда уже. В отдел логистики, да. Во, вот, по-моему, в этом отделе. Нам красивую жопу показали. Парнишки жесткие все. О, блин, опять это бронированное. Отойди от меня, пожалуйста. Давай его под свой разум. Давай. Вот это классная фишка, смотри. Хоп. Все, он за нас теперь, он наш парень. Вот это фигня стрёмная, конечно, прям. Все? А в прошлый раз такая жопа получилась. Хорош. Все, надо быстренько эту зону захватить. Все, зачистим сейчас. Все, раз. Вот смотри, как оно все перестраивается в одном здании. Это ж офигеть. Нафига так много? А нафига так много? Ой, нифига, это тут целый отдел для изучения. О, о. Ну, Ксуш, подожди. Подожди, нужно побегать все это. Поизучать, наверное, да? Да, давай. Это мы где? Это мы все в том же отделе логистики. Вон тут какая-то читулька. Так, активы, миссии, предметы. О, да даже две читульки. Дымящаяся коляска. Процедура хранения. Камера содержания должна хорошо вентилироваться. Вдыхание дыма, производимого объектом, приводит к, ну, наверное, к этому захвату, к смерти, не знаю к чему. Описание измененное действие. Объект представляет собой детскую коляску с черным козырьком и колесами с остальными спицами. Переднее левое колесо слегка погнуто, что приводит к ощутимому вихлянию при качении. Объект непрерывно производит дым. Плотность этого дыма переменчива. Дым не имеет очага возгорания, огонь также отсутствует. Происхождение. Данная коляска попала в поле зрения бюро в 1979 году после происшествия в Париже. Активный магазин, в котором продавалась коляска, наполнился дымом. А, антикварный активный. В результате чего владелец погиб. Обновление. Записи с подробным описанием обстоятельств обнаружения объекта были уничтожены во время чрезвычайного происшествия в Паноптикуте. По распоряжению начальника отдела архивов и документации был проведен повторный опрос живых свидетелей. Да, ну это мы все видели, это все слышали. Нихера себе. Эй! Мне нужна помощь. Это кто такой? Кому-то там нужна помощь. О, братан. Я здесь. Что с вами случилось? Попал в передрягу. Я Горовиц. Он будет в порядке? Не смотрите на меня так, я в порядке. Но Уэллс все еще там, вы должны его вытащить. Кто такой Уэллс? Мой товарищ по отряду. Мы охотились со сбежавших измененный предмет. Дошли до часов. Часов? Зона соприкосновения. Бюро опечатывает ее много лет назад из-за часов. Мы последовали за предметом внутрь, но то, как он вел себя, мы не были готовы. Я и Уэллс были единственными, кто добрался до шнура гостиницы. Он шел прямо за мной. Но так и не появился на этой стороне. Я найду его. Но сначала необходимо найти медика.
Уэллс медик. Пожалуйста, вытащите его оттуда. Я буду в порядке, правда. Рук может залатать меня позже. Хорошо. Но я вернусь за вами. Я чертовски надеюсь. Просто воспользуйтесь шнуром гостиницы. Он приведет вас к часам. Зоне соприкосновения. А, ну это одна из миссий, как бы. Давай, как бы, активируем. Окей, ладно, давай спасем пацана, чувака. Если что, вернуться мы сюда всяко можем, на самом деле. Сейчас просто тупо побегаем здесь, посмотрим, что тут есть, читули, писули, всякие посмотреть, почитать. Так, ну погоди. Это мы только эту оббежали часть, получается, да? Вот в этой части бегали? Или в этой же и бегали? Он сказал дернуть шнур. А где его дергать? А вот это же ни хрена себе помещенница. Нигде ничего нельзя нажать. А вот это что такое? А, понятно, коробочка. И какая-то читуля. Окей. Так. Процессы лучшей практики. Частота АМС. В течение последнего времени наблюдается стабильный рост АМС, на который реагирует бюро. С 2010 по 2015 годы мы оперативно отреагировали на АМС. Для сравнения, с 1995 по 2005 годы это число составило всего. Является это результатом улучшения наших процедур определения или, возможно, простым совпадением? Невозможно однозначно ответить на этот вопрос на данном этапе. Вот почему я предлагаю создать спецгруппу АМС, которая бы находилась в подчинении сектора исследований. Нам необходимо уделить больше внимания изучению причин, ведущих к возникновению АМС, и не только способам устранения последствий. Полный отчет в файле 595-1737. Так... Мне нужно обшарить полностью отдел логистики, да, я так понимаю? Вон еще что-то есть. А, ящик опять. Прям, ё-моё, шарим, обшариваем. Вот тут чего такое? А вот тут чего? Так, ну-ка, ладно, давай-ка сюда пока. А тут ничего и нету, окей. А откуда вы взялись, друзья мои? А бежим. Где еще? Они дохренали вас? А, вот ты где. Что-то вас много. Ну
Ну, срано, ты хрена. Я надюшку не успеваю. Да стоп, сколько вас тут? Я не могу понять, это хрена слишком, нафиг убьют. Ёшкин ты кот, Надюху раскидала. Чё это сейчас было? Дай-ка соберу. Вот это, ребятки, дали мне прикурить тут сейчас. Это прям сейчас жестко было. Что-то там способности. А у меня одна способность. Что-то модифицировать могу. А все. А вот здесь я смотрела. Я уже реально запуталась немножко, погодите. А вот тут на втором этаже я была? А вот и не была. Вот и не была, ящик-то открытый, точнее закрытый. Еще одна такая камера безопасности. Тут посмотри-ка, нифига себе. Это закрыто вообще. Читуля. Так, манекен А17К. Последней владелицей манекена была мадам, оперная певица из Берлина. После того, как ее карьера с громким скандалом закончилась, она по неустановленным причинам перебралась в штат Мэн. Она перевезла с собой атрибуты из прошлой жизни, включая данный предмет. По показаниям местных жителей, за время жизни она редко покидала свой дом. После ее смерти в результате не удалось отыскать каких-либо родственников, поэтому штат организовал распродажу ее вещей на публичном аукционе. Хотя показания различных очевидцев отличаются, все они содержат некоторые общие элементы. Большинство свидетелей видело, как многочисленные манекены выбрасываются из окон дома и падают на землю. При этом некоторые свидетели наблюдали яркое свечение. Часть из них также слышала высокотональное пение. Однако эти показания подтвердить не удалось. Многочисленные гражданские, находившиеся в доме в момент происшествия, были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Двое раздавлены насмерть. Агенты были отправлены на место после того, как во время рутинной проверки СМИ сотрудники бюро наткнулись на статью, описывающую эти события. Предмет был быстро определен и доставлен в бюро. Знаешь, что я думаю? Что все эти предметы, всех этих ИИСов почему-то создал братан нашей героини Дилан. Вот почему-то я думаю так, что это все создал как бы он. И это на самом деле жестко. Жестко, неожиданно. Что еще вот ей надо? Объясните мне, пожалуйста. Надюха, что тебе надо? Что по миссии? Ну подожди.
отдел логистики. Джесси находит раненого рейнджера по имени Горовиц в вестибюле отдела логистики. Он просит Джесси войти внутрь и найти его товарища по отряду Уэллса. Отойди, пожалуйста, уйди от меня. Это так и будет делать? Да, отстань, пожалуйста. Стоп, а где я его нашла? Я уже его потеряла, наверное, 500 раз. А, вон он, да. Вон он, этот раненый чувак. Ну чё, давай, погнали. Сейчас нас перенесет опять. Оп, в отель. Насколько я помню, вот на звоночек. На звоночек жмешь. Смотри-ка, часы. Так, они сами встанут, когда, куда им надо, чего им надо. Они замедляются или нет? А, что-то я не пойму. Что там дальше? Может, будет какая-то подсказка? Что у нас там на 4 часах? Блин. Надо уловить, может, их все в одном... А, здесь мне нужно, чтобы большая стрелка между этой и этой. Все, я поняла. Не, погоди. Все, хорош. Это поставили. Больше ничего тут нет, да? Все, нормас. А, давай еще разок. Здесь куда? Ага, между двойкой и тройкой. Угу. Все, окей, давай. Типа все, что ли, ты хочешь сказать? Нет. Дай мне часы вертануть. Ладно. Тут чего? Угу. Угу. Я поняла. Вот тут вертануть надо. Все типа, да? Хорош. Мне ключи выдал сразу. Нормально. А, так, ну давай, стандартная наша картинка. Спасаем мужика. Так, найти пропавшего медика. Уэллс должен быть неподалеку. Ни хрена себе, что мы открыли. Мы открыли вот это крыло, получается. Охренеть.
Охренеть. Тут все к херам закрыто. Спокойно. Должно быть, это часы, о которых он говорил. Должно быть. Как их убивать? Спокойствие. Да хорош, пацаны. Как мне это все убивать? Давай, давай. Давай, давай. Хорош. А где мужик, которого спасать? Похоже, это он. Похоже, только где? А где мужик-то? Блять. Мужик-то где? Фига, у них тут целые палатки. А, это ты? Блин. Да ты уже все ничего не сделаешь, они тут все уже откисли. А, давай, стоп, побазарить надо. Дай, пожалуйста, мне нормальный пистолет, давай. Вы Уэллс? Ваш друг попросил меня найти вас. Это, наверное, Горовиц. Рад, что он выбрался. Я остался помочь другим, и я явно сработал хреновенько. Вы пытались. Этого достаточно. Горовицу нужна ваша помощь. Как отсюда выбраться? Вернуться через зону соприкосновения. По пути можно поискать других выживших. Нам лучше поторопиться. Куда? Следуйте за кровью. Поехали. Погоди, я тут еще не все осмотрел, обсмотрел. Какой кровью-то? Следуйте, говорит, за кровью. Нормально? У тебя есть карточка? А, есть, зашибись. Тут что-то падает. Что с часами? Эффект зоны соприкосновения. Раньше до ее появления это было обычное офисное крыло. Действующие здесь силы завладели чьи-то старыми часами и начали их воспроизводить. Теперь офис заброшен. Все до основания заполнено часами. А, хорош. Часы просто размножаются, что ли? Это что такое? Что ты там исследуешь? Смотри-ка, что-то создают там. Смотри, какие важные, а, уроды. Создали какую-то хероту, значит. Что-то их приставили к стенке, сейчас, прикинь, их расстреляют. Дурачки какие-то заставляют их улыбаться, смотри, походу. Вот так вот лучше видно, как почетче. Hotline. The Elder
Oldest House. Ну и чего нам? Для чего нам это показывать-то? А, доктор Дарлинг. Смотри-ка. Вот главный урод, который все это, мне кажется, тоже создавал. Вообще дебил, да? Кусок идиота, даже не знает, как пользоваться шариками. И нахрена нам это показали? Я думаю, что-то полезное там, может, пароль какой, я не знаю. Ой, блядь, здорово. Вылези, сволочь. А, ну обычные это фигня. Ты уже там? В смысле? Че такой быстрый-то? Че смерть тебе нужна? Вот эти тут кибер. Спортсмен. Он тебя сейчас убьет, вали! Смотри, какой неубиваемый. Хорош. Замочили их. Так, дай мне поизучать-то. Закрыто. Может, найдем дорогу в обход? Посмотрим. А что это такое? А как это в обход, слышишь? А какой это нахрен обход? Нет, погоди. А в обход мы никаким хреном не попадем. Нет, стоп, а каким образом ты хочешь в обход? Записули. Ну прям так рядышком. Это я даже пробить не могу. Ебать, дверь заварена, а? Окей, куда ты предлагаешь в обход-то? Здесь, может, что есть? Он же мне не дал в прошлый раз осмотреть. Здесь все опечатано, здесь вообще ничего нет. Ну да, вообще не вариант. Вон Надюха шпарит безостановочно. Смотри, какая она. Может, по этим часам куда-то, короче? Да, смотри-ка, по часам. Значит, вы пришли за измененным предметом? Якорем, да. Лэнгстон сказал, что это будет просто. Но сила, которой обладала эта штуковина, я никогда не видел ничего подобного. Окей. Сейчас будем якорь убивать, значит.
А, хорош, это я для него, получается, обход открывала, да? Ну я стреляла вон в эту херовину. Чё, он не могла открыться, что ли? Так, это чего? Почтовый ящик из Джаспера. А131П. Агенты прибыли в город Джаспер Кроссинг в Аризоне после того, как отдел связи перехватил многочисленные телефонные звонки местным властям с сообщениями о застывших людях на улице. Четверо из пяти отправленных на место агентов были также парализованы сразу по прибытию. Для оценки ситуации были направлены дополнительные силы. Все известные определяющие формулы не дали положительного отклика от объекта. Для изучения расположения парализованных субъектов агенты прибегли к помощи аэрофотосъемки. В результате был обнаружен эпицентр события, расположенный в местном почтовом отделении. Агенты, не подверженные влиянию измененного предмета, очистили зону от парализованных сотрудников бюро, гражданских и животных, а затем приступили к изучению объекта. Агенты, на которых действовал парализующий эффект, занялись опросом нанесения вдали от объекта и формированием нужного информационного опросом населения. Короче, формирование нужного информационного поля. Вскоре объект был погружен в транспортные средства, управляемые агентами, не подверженными его влиянию. Вариант транспортировки воздухом был сразу... Что за сложные слова? Вариант транспортировки воздухом был сразу отброшен в связи с опасностью, которую представлял объект. По всему маршруту следования грузовика с измененным предметом из Аризоны в Нью-Йорк имели место множественные случаи временного обездвиживания гражданских лиц. Короче, он парализует. Все ясно. Это О'Нил. Черт. Никто не выбрался. Ну, жалко, конечно, пацаны, что делать. Такая у вас работка. Что-то такая музыка какая-то мне. Здрасте. Так сразу, да? Сразу двое? Отвали от моего этого напарника. Хорош. Так, подожди, еще он ящик вижу, погоди. А вот тут зона еще. А, нет, это типа туалет. Тут нет ни хрена, да? А иногда в туалетах что-то бывает. Подожди-ка. Закрыта камера, окей? А, ты еще. Хорош. Так, хорош. Тихо. Это еще что такое? Я так не договаривалась. Подожди. Подожди. Умри, пожалуйста. Тут есть какие-то записульки, читульки? Нету, да? Это все или чего? Охереть, тут смотри, часов. Долбанешься. А вон там, наверное, непосредственно и сам якорь, да? Здрасте. А ты что такое? Отвали, пожалуйста. Я тебя запрограммирую под себя. Хорош. Пока я вот этим подском занимаюсь. Ой, не сила. Ой, месиво. А вот тут ничего нету, интересно. А, ящик. Спокойно. Спокойно, ну, не нужно паниковать. И тогда все получится. О, это точно босс какой-то, да?
Да, вертки восемь. Посмотри, какой вертки парень. А вот фиг тебе. Сейчас, сейчас, сейчас добьем, добьем, добьем. Все, до свидания. Все? Хорош, Надюха, сделаю. Чтуля какая-то. А, Снежная королева. А, можете рассказать, почему вы покинули здание в тот день? Я выбежал, чтобы купить яиц в магазине на углу, поэтому оставил Майка одного. Я ведь вышел всего на несколько минут. Когда я уходил, он рисовал за столом. Счастливый. Здание обрушилось, когда я был в квартале от него. Я сразу побежал назад, начал разбирать завалы. Позже муниципальные работники нашли Майка под холодильником. Его рисунки так и остались на холодильнике нетронутыми. Как будто и не было никаких тонн камней, падающих сверху. Как такое вообще возможно? После происшествия вы продолжили пользоваться холодильником? Почему? На нем были его рисунки. Если Бог сохранил их, значит, была причина, верно? Я возвращался с работы домой и ночь напролет пялился на рисунки. Мне было совсем паршиво. Почему же вы продали холодильник, хотя рисунки сына по-прежнему оставались на нем? Эти рисунки намертво к нему прилипли, или что-то вроде того. Я думал вырезать эти магниты, но потом подумал, что, возможно, расстаться с ними не такая уж плохая идея. Как говорят, нужно двигаться вперед. А чё ты? А вообще, каким боком это может влиять? Короче, вообще, каким боком? Дальше он мне не показывает, каким боком. Мать вашу, так. Да, мне туда надо, представляешь? Так, окей, это как это в Гарри Поттере, видал? Это крестражи там, вся херня. Какие-то подвалы чуркистанские спускаемся. Пусти, пожалуйста. Когда стало ясно, что мы не сможем изолировать измененный предмет, Горовиц приказал отступить. Мы вышли, но Иисы ждали нас. Я отвел Горовица к шнуру гостиницы, вернулся за остальными. Это было смело. Я медик. Это моя работа. Ай, это куда? А, это все те же туалет, что ли? Ну-ка, пусти, пожалуйста, меня. Да, блядь. Да выпустишь ты меня или нет? Ну-ка, да, ничего интересного, окей. Ну ладно, я думал, может, записочки какие будут. Аня, погоди, тут что-то вон, пусти. Допустишь ты меня, ё-моё. Записулька, ящичек все равно. Это раз. Это два. А то что-то пропустим. Рабочий чат, детали для самолета. Федеральное бюро контроля. Ладно, мистер мертвый пес. Что вы думаете об этом? Об этом самолете, который мы доставили? Типа как настоящий правильный самолет? Угадаете, кого они заставили внести в каталог каждый отдельный предмет этого самолета для проверки на подозрение в измененном статусе? Мне пришлось пересчитать каждый болт, гайку и какие-то куски металла. И это всего лишь по внешней стороне, чтоб ее. Знаете ли вы, сколько оборудования требуется для того, чтобы сделать самолет? А вот я знаю, черт возьми. У чувака пригорело. Прикинь, самолет пересчитывает каждую гайку. Ну ладно, захватываем точку контроля. Нам внутренняя Надюха это помогает делать. Поворотная платформа. Интересно. Это куда ведет? Мы почти вышли из зоны. А, ну правильно, мы сейчас к отделу логистики. А, здрасте. Здрасте.
Прям стреляем на поражение, прям ни грамма шанса. Это за нами типа зона гоняет. Ой, здрасте. Это что такое? Охренеть, чего это было? Что-то такое стрёмное. Прям мне не понравилось, что это было. Ну все, мы в отделе логистики, считай. Приперлись сюда, так сказать. Ну хорош, мы, короче, все это отыскали, посмотрели. Здрасте. Это как? А, хорош. Здесь ничего нету, да? Прям летает, злится где-то. Видал? Еще один ящичек. Подожди ты, ё-моё, может тут еще что интересное. Так. Ну же. Шнур гостиницы в другой стороне. Горовиц должен быть там. Да, да, погнали искать твоего горвица. Ой, блядь, не туда забежала. Так, миссия обновлена. Встретить Уэллса в точке контроля. Где-то там твой горовиц, по-моему. А куда он газует? Объясните мне, пожалуйста, не за ним топить сейчас? Да. Let's go. Поехали. Сопроводить Уэллса к горовицу. Хорошо. Погнали, сопроводим его. Hold on. Стоп. Something's wrong. С ним что-то не так. Пизда, и мы Иса овладели. Черт. Иса овладели им, пизда. Horowitz. Горовиц. Oh, God, no. О, боже, нет. Священник. Ни хрена у него броня там. Ой, расстрелять-то не так просто, прикинь. Где он? Пока бегали, мы, короче, опоздали, да? А то куда это другалёк убежал? А получи как ты с тобой только лицо. Капец, долго не убивать. Камушком прям понимаю. Прям швырялка мне хорошо действует. Куда это вообще, Мишель? Товарищ, алло. Нифига себе, у меня захреначили.
Что-то слишком жестко он меня прям побил. Надо убедиться, что Уэллс в порядке. Давай убедимся. Я думаю, Уэллс в порядке. Я сожалею о вашем друге. Спасибо. И что пришли за мной. Рок Горовица, наверное, был поврежден в зоне. Парень никогда не ставил себя на первое место. По крайней мере, измененный предмет якорь все еще заперт в часах. Надеюсь, там он изгниет. Этот измененный предмет нужно изолировать до того, как он навредит кому-то еще. Надо вернуться. Идите в сектор управления, Уэллс. Им пригодится медик. Спасибо, директор. Посмотрим, что я смогу там сделать. Так, все. Это так и было открыто. Новая миссия Мак внутри. Тебе погоди со своими новыми миссиями. Короче, все, мне нужно Дилана искать так-то. Вообще-то, это тоже одна из основных миссий. И куда это мне? А, в зал закрытой зоны соприкосновения. Да, ой, как много времени-то прошло. Но это мы уже в следующий раз побежим, наверное, все это делать. Так что, ребятки, подписывайтесь на канал. На канал на Твиче, на сообщество ВКонтакте. Комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте нажать на кнопочку «Подписаться». Всех люблю, спасибо, что присутствовали. С вами была Кэрри, всем пока.